вот такой аутентичный ресторан. Он находится рядом с Japanese Garden. Очень любопытный. Мне безумно нравятся такие заведения в старом как бы стиле. Очень любопытно, красиво. И все здесь сделано как бы под старину. И вид такой интересный. Я, кстати, раньше не очень понимал техасскую кухню, но сейчас знаю, что мне нравится их жареное мясо брискет под названием. И нужно брать комбо брискет и ту сайдс, как это обычно бывает. И еще не сладкий чай без льда. Да, ну это для россиян, так скажем. Сейчас я хочу показать вам, сколько это стоит. Ваня, иди бери. Вот мы заказали. Thank you. You're very welcome. А сколько мы заплатили, Вань, за это? Каждый по 20, ну еще и чайки. You gotta enjoy, guys. Thank you. Very welcome. Вот, потом остановите, посмотрите цены, сколько здесь что стоит. Вот такое вот интересное заведение. Классное. Всем привет! Сейчас, друзья, я попробую заснять самые красивые места ночью на River Walk Сан-Антонио. Сейчас мы находимся с вами в таком импровизированном амфитеатре. Такие ступени каменные. И все это украшено вот такими красивыми лампочками. Я, конечно, буду делать это выборочно, потому что в некоторых местах не совсем подсвечено, не совсем будет хорошее качество видео, но представьте себе, насколько это мощный культурный объект. То есть мостики, фронтоны всякие, и все это украшено лампочками. Впереди вы видите небольшие такие овраги, уступы, водопадики. Это одно из моих любимейших мест. То, что вы видите впереди. Кстати, уже вышел ролик об Сан-Антонио, когда мы ходили здесь днем. Все было видно очень-очень хорошо. Сейчас просто попытка показать вам, как это выглядит ночью. Чтобы вы окунулись в эту рождественскую сказку. Насколько это прекрасно, насколько это красиво. Создать новогоднее настроение, так сказать. Да, да. С этими всеми лампочками, узорами всеми, подсветкой красивой. Безумная красота. Можно просто сойти с ума от всего от этого великолепия. И я надеюсь, вы по достоинству это все оцените. Сейчас мы с вами подойдем к импровизированным таким островам с хвойными деревьями, украшенными этими новогодними прекрасными лампами. Напротив мы видим, стоит лодка. На ней можно прокатиться за отдельную плату. И, как я уже говорил, это River Walk. Она достаточно длинная, где-то в районе 3 километров. То есть 3 километра, которые украшены всем этим великолепием. Если вам интересно посмотреть, как это выглядит днем, смотрите ролик об Сан-Антонио, где мы прям прошлись одним кадром, мы прогулялись и все вам это показали. Сейчас просто будут зарисовки вот на самые-самые красивые места, самые красивые места, которые украшены под Рождество. Под самым мостом вот такая экспозиция в виде светящихся пираний. Но понятно, что здесь очень-очень темно, но выглядит это, конечно, очень экзотично. То есть как бы рыбы прям под мостом, как будто бы ты находишься сам под водой, а над тобой проплывает вот этот косяк рыб. Очень классно это выглядит. Конечно, моя камера не совсем способна все это передать, но это действительно любопытно, любопытно и красиво. В предыдущем ролике об Сан-Антонио я вам говорил, что я вам покажу, как это все выглядит ночью. И вот вы сейчас можете наблюдать, как это все выглядит ночью, потому что мы здесь ходили днем. Сейчас мы спустились сюда, к этой реке ночью. И смотрите, как все освещено этими лампочками новогодними. В принципе,
очень-очень все это красиво. Почему я вам и рекомендовал, допустим, Новый год проводить здесь, если вы живете в Соединенных Штатах? Ну или один из ваших Новых годов. Людей не так много. Вам сейчас может показаться, что людей на самом деле много, но поверьте мне, что, допустим, на Бурбон-стрит сейчас в Новом Орлеане намного больше людей, или в Лас-Вегасе где-нибудь, намного больше. А здесь все спокойно. Ты ходишь, гуляешь. А потом открываешь какие-нибудь новости из Европы и понимаешь, как там люди сходят с ума. Перед вами украшенный City Hall. Мы продолжаем гулять по ночному Сан-Антонио. Вот. Посмотрите, какие интересные здесь здания. В общем, очень-очень интересный город, друзья. Рекомендую к посещению. И, кстати, очень безопасный, в том числе и после наступления темноты. Да. Подошли мы поближе к этому зданию. Конечно, выглядит это футуристически, как будто здание из какого-то будущего. Здесь еще что-то пролетело. Такой звук интересный. Конечно, ночные прогулки по Сан-Антонио – это отдельная вообще штука. А, я понял, что пролетело. Это вот человек что-то рвет, идет в руке. Непонятно. Что-то подбирает. Астральные прогулки по старым американским городам. Сейчас я попробую вам его показать. Тоже очень интересный персонаж. И отдельно нужно сказать по поводу людей в этом городе. Они все немножечко такие неформалы здесь, насколько я понимаю и насколько я видел. Ну и здесь куча молодежи, и представлены практически все субкультуры. Полно и эмо, полно и фурей, и кого только нет. Ну да, да, мы даже видели клуб Эмма. Это прямо напротив нас, где мы остановились. Очень странно, я думал, что эта субкультура, она уже вымерла. Но нет, здесь это все существует. Мексиканцы любят плакать, судя по всему. Еще одна зарисовка на старое здание, которое здесь сохранилось. Но уже идет строительство, скорее всего, это снесут все. Но угадывается такой старый американский стиль. Аламеда. И здесь, кстати, постоянно встречаются два слова: Аламеда и Аламу. Да. Смотрите, все-таки река – это ткань этого города. Это душа, это ткань, это связующая артерия. То есть суть этого города – это та самая река. И притом они работают, дорабатывают, то есть доделывают. Смотрите, здесь плотина какая-то. Кстати, как ни странно, в этом здании, которое мы уже показывали в зарисовке, есть что-то новогоднее. Вот еще у нас персонаж. Сейчас я вам покажу это старое здание, при том путешествие по Соединенным Штатам Америки. Мы постоянно сталкиваемся с такими зданиями. К сожалению, они умирают. По-моему, это арт-деко стиль, да? Но мне безумно нравится этот стиль. Кстати, этот стиль даже умирает в Майами, хотя там этого было очень-очень много, очень красиво. Но вы видите, это здание полузаброшенное тоже такое, стоит немножечко в ожидании своего будущего, либо полного разрушения, либо воскрешения в что-то новое. Market Square. Мы здесь сами никогда не были. В первый раз сюда пришли. Ну, очень-очень астральный, конечно, город. Если гулять вот в зимнюю теплую ночь, а сейчас декабрь, действительно зима, и где-то 24 градуса тепла. Конечно, очень-очень здорово. Сейчас мы с вами пройдемся. Посмотрите. Очень красиво. Чем-то напоминает мое детство. Сибирские скверы, только снега не хватает.
обледенелых лавочек каких-нибудь и вмерзших в ткань земли и льда ошкурок семечек. Не хватает снега, зато работающих фонарей больше, чем нужно. В Новосибирске они не работали в основном. Но не все так просто. Наши неработающие фонари светили у нас в душе. Так что, в общем, сейчас мы подошли к Аламеда Плаза. Эта площадь является исторической. И у нас где-то есть ролик об этой площади. Сейчас она наполовину в лесах. Они пытаются ее как-то отстроить. Ну и тем более сейчас ночь. Это ночная прогулка. И, в общем, вот та самая крепость, с которой связано очень много исторических событий. Ну, как всегда, в человеческом социуме здесь кто-то кого-то убивал, кто-то кого-то победил, потом историю переписал, ну и, в общем, все замечательно, и такой небольшой хэппи-энд. Но здесь Техас отсоединился от Мексики, как бы. Ну да, да, в общем, как-то так. И сейчас это историческое такое место. И, опять же, используйте плейлист путешествия, и вы найдете один из самых старых роликов, наших роликов о Техасе. Там сейчас просмотров нет, все потихонечку умирает в нашем YouTube-канале. Ну, вот. Сам Форт Аламо, который вы сейчас видите, является одним из старейших зданий на территории США. Да, вроде как так повествует история. Вот напротив елочка, опять же. И обычно здесь днем очень-очень много людей. Вот сейчас не выходной, рабочий день, поэтому все так пустынно, пустовато. Но все равно это выглядит очень так аутентично, по-техасски. Вот та самая старая Мексика. Перед вами украшенное здание суда, а напротив, как в любом американском городе, храм. То есть суд и Божий суд, так скажем. Гражданский суд и Божий суд. Здесь какое-то мероприятие происходит, хотя темно, не совсем видно. Но мы сейчас с вами подойдем. Что самое интересное, что здание суда украшено лампочками. Храм сам не украшен, но он в таком католическом стиле, вот очень симпатичный. Ну и здесь рождественские песнопения. Кстати, это традиция глубоко языческая на самом деле, как бы на какой-то праздник что-то делать. Я думаю, знаете, почему не украшена церковь? Потому что религия здесь — это коммерческая организация, которая должна платить налоги, соответственно, получать какую-то прибыль и украшать самое себя. А суд — это относится к муниципалитету и да, к налогоплательщикам. Да. Вот вам объяснили все с логической точки зрения. Сейчас я вам попробую показать это все вблизи. Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a
Ну, в общем, что бы я хотел вам пожелать, мои дорогие подписчики, чтобы что бы с вами не случалось в новом году, а с вами будет случаться очень много чего, чтобы вы такими же были подвижными и веселыми, как эти люди, которые собрались на этой площади.